Привет, Гудаури, Грузия, ребята. Анатолий. Привет. Как тебя зовут? Надя. И Надечка. Надежда. Так вот. Сейчас мы будем стартовать, да, парапанчики? Угу. Вот. Группа поддержки. Стой. Группа поддержки, отходите подальше. Не, не надо. Не, привет. Не надо. Группа поддержки, отходите подальше. Анатолий, летите с нами. Готово? Да, побежали, побежали, беги, быстро, 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 быстро. Молодец, 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 беги. Все, садись. Умница. Ты коленочку вправо, левую вверх сделала? Да, вот так, да? Молодец. Удобно сидишь? Да, хорошо. Молодец. Класс. Держим. Держим. Когда снег пошел, они включили пушку. Да. Ну, может, они тестируют, потому что я опять думаю, что там это самое, знаешь, для вида. Ну да. Что у нас пушки есть. Мне кажется. Да. Так, я на самом камеру поближе, я ее подниму еще. Вот так вот сделаю, вообще будет лучше. Локальный. Thank you.
красиво. Хорошо, ты в любом случае будешь держать, держи, да, за что ты держишь. Вот так будет красиво. Сразу даю кач, будет вот так. Ага. Да, да. Давай сама. Вот со стороны дубай от себя. Даже так. Когда будет увеличиваться напряжение, то палка будет, ты почувствуешь, уходить к нему, дыбать от себя. Да, да. Она тяжелее станет. Пока не надо. Угу. Ближе к посадочке. Хорошо. Туда ори, Грузия, ребята. Анатолий, Надежда, Беларусь, привет. Приезжайте в Грузию, летайте с профессионалами, с Скайатлантида. Команда ждет вас. Пока. Пока-пока. Вообще, супер. Огонь. Да, и вот именно с таким надо. А так просто...